Между тем, подозреваемому в похищении и изнасиловании 5-летней девочки может грозить до 25 лет тюрьмы, либо пожизненное лишение свободы. Причем, даже если его признают невменяемым, на сроки, которые ему предстоит отбыть в тюрьме, это практически не отразится, считает правозащитник Джохар Утебеков. По словам известного казахстанского адвоката, все дело в неоднократном ужесточении законодательства по этим статьям в последние годы. Впрочем, комплексно решить проблему сексуального насилия эти меры до сих пор не позволили, уверен адвокат. По его мнению, наряду с законодательством должен быть пересмотрен и принцип работы полиции. Я бы в первую очередь отменил любую палочную нагрузку на них, статистическую отчетность, и сократил бы количество документации, которые заполняют как участковые инспекторы, так и службы пробации. От этого их не нужно разгружать. И весь акцент в их работе, на самом деле, конечно, должен делаться именно на профилактику